Здравствуйте, меня зовут Александр Кудинов, мне 22 года, я из Севастополя. В детстве я был довольно закрытым ребенком, и были трудности у меня в отношениях с одноклассниками, поэтому музыка была в каком-то смысле моей отдушиной. Так как я был закрытым, а сцена любит открытых людей, я поступил на судового электромеханика. Я отучился один год и понял, что это совсем не мое, и уехал в Москву, поступил на эстрадно-джазовое пение в Институт современного искусства. В Москве все кардинально изменилось. Благодаря урокам по актерскому мастерству я стал раскрываться, стал более эмоциональным и мог эти эмоции показывать и на сцене. Я надеюсь, что участие в проекте «Ну-ка, все вместе» станет моим первым шагом на пути к сольной карьере. Я переживаю. Я волнуюсь относительно своего выступления, но надеюсь, что справлюсь со своими эмоциями и все будет хорошо. Ой, парень, наконец-то мальчик. Мужчина. Да. Так сказать. Здравствуйте, меня зовут Александр Кудинов. Мне 22 года, я из города Севастополь. Я хочу спеть для вас песню одной из моих любимых певиц. Ух ты! Эта песня очень эмоционально откровенная, и я надеюсь, вы меня почувствуете. Певиц? Одной из любимых певиц, он сказал? Заинтриговал! Ну, певиц, значит, песня из женского репертуара, да? Значит, у него высокий голос. Ну и, конечно, мне интересно, какие любимые певицы у 22-летних? Монеточку будет петь? Елена зависла. Елена зависла. Да, красивый мальчик. Красивый мальчик, да. Хороший, стильный, классный. И как ты думаешь, вот этот вот юный мальчик сможет сейчас разорвать нас на части? Ну, мне бы хотелось, конечно. Явно высокий голос. Тенор, скорее всего. Баритональный дискант. Party girls, don't get hurt, can feel anything. What will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw them back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Gonna leave like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, the chandelier. Браво! Браво! Спасибо. Спасибо. Александр Кудинов, сколько он набрал голосов песни «Си»? Голосов. Где-то я видел уже эту цифру, но об этом чуть позже.
Ну что ж, Сережа, и я видел, что ты получил удовольствие. Я получил невероятное удовольствие. Я считаю, что это лучшее выступление сегодня. Спасибо. Правда. И, я не знаю, как это правильно выразить, но вы очень не по-русски пели. Как будто вы вообще не здесь, не отсюда. Правда. Вот очень, он из Севастополя. Нет, я к тому, что очень по-американски как-то, я не знаю. Звучало все идеально. Мне чуть-чуть не хватило, знаете, что, может быть, опыта работы на зрителя, да? Чуть-чуть этого не хватало. Вот, очень закрыты были. Я прям отсюда вам маяковал. Давайте, набирайте на последнее, поднимайте остальных, кто, потому что все у вас есть. И верхние ноты вы брали, не обходили их никуда. Некоторые их боятся и придумают что-то другое, лишь бы не брать эти ноты, фальцеты и субтон. В общем, я хочу сказать о том, что это для меня сегодня лучшее пока выступление. Это правда здорово. Спасибо большое. Что добавит Марсель? Саша, вот хочу сказать, уж не знаю, специально так получилось, не специально, и не в обиду предыдущим участникам, всем, кто был до тебя, но у меня такое ощущение сложилось, что весь вечер мы сегодня готовились к появлению тебя. Спасибо. Я не знаю, я до этого момента не знал, что бывают вот эти вот ножные мурашки, понимаешь? До самых пяток, понимаешь? Ты меня в землю этими мурашками вдолбил просто. Меня прет до сих пор. Я до сих пор тащусь, и хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что сегодняшний день прошел абсолютно не зря. Спасибо тебе. Спасибо. Николай Буриновский скажет, потом Александр Малиновский. Я хочу согласиться со всеми нашими экспертами и сказать, что в нашей стране зажглась мировая звезда. Спасибо. Так было все филигранно, потрясающе, скромно и культурно, как поют только мировые звезды. Браво! О, передайте Александру Малиновскому. Саня, привет. Здравствуйте, прости, Александр Николаевич. Я немножко волнуюсь. Я просто этого мальчика знаю. Он поступал в наш институт. Он закончил в прошлом году ИСИ. У него замечательный педагог. И я просто за тебя очень радуюсь. Молодец. Спасибо. Боже мой, какие эмоции! Профессор плачет вообще, как приятно. Александр Кудинов набрал 89 голосов, а это значит, что мы прощаемся с Артемием Черкиняном. Артемий, спасибо огромное. Мы не говорим тебе прощай, мы говорим до новых встреч. А теперь, уважаемая сотня, вы должны определить, кто из двух конкурсантов, которые набрали 89 голосов, займет более высокую позицию. Значит, будет ближе к финалу. Мы сделаем это с помощью нашего тайного голосования. Сначала давайте вспомним выступление обоих конкурсантов. Вот как выступила Ангелина Рустамян. Давайте посмотрим, как выступил Александр Кудинов. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Ну что ж. Каждый из экспертов может отдать свой голос только за одного из участников. За обоих голосовать нельзя. Итак, голосование тайное. Мы узнаем результаты только в самом конце. Итак, сейчас я прошу голосовать тех, кто хочет отдать свои голоса за Ангелину Рустамян. Голосование открыто, голосуйте. Мы закрываем голосование за Ангелину и открываем голосование за Александра Кудинова.
Нажать кнопку можно только один раз. Мы зафиксировали результаты. Итак, барабанная дробь, драматический момент. Сейчас на экранах появятся результаты голосования. Ангелина Рустамян, 24 балла. Александр Кудинов, 74 балла. Это значит, что Александр занимает второе место, Ангелина – третье. И теперь Ангелина ближе всех к опасной зоне вылета, потому что впереди остался финальный участник.